Так, я сегодня в гостях в российском представительстве марки органической косметики «Доктор Хаушка». Сегодня Марина, дипломированный ведущий визажист марки «Доктор Хаушка», будет на мне демонстрировать легкий весенний макияж средствами косметики марки «Доктор Хаушка». На данный момент мы уже нанесли тональную основу. Это тональная основа от марки «Доктор Хаушка» в оттенке 02 «Almond». Да, это оттенок 02. Это универсальный фундейшн, тональный крем, кремовой текстуры, который выравнивает оттенок кожи, сглаживает недостатки, несовершенства, но в то же время не перекрывает собственный оттенок кожи, фактуру кожи и подходит для любого типа и состояния кожи. Могу сразу сказать, что наносили мы данную тональную основу сейчас на мое лицо бьюти-блендером. Основа бьюти-блендером наносится очень-очень тоненько, очень классно ложится, в принципе сглаживает поры неровности, неплохо чуть перекрывает все несовершенства, по ощущению очень-очень комфортная, и даже при ближайшем рассмотрении на коже данная тональная основа совершенно не видна. А сейчас мы будем начинать макияж глаз. Для Кати мы выбрали палетку Sunstone в красивых коричнево-коралловых оттенках, и потом мы посмотрим, возможно, мы его углубим еще янтарем по настроению, чтобы создать более ярких весенних красок. Отлично. А для первого этапа нанесения тона, нанесения базы, мы берем плоскую кисточку марки Доктор Хаушка и набираем ей базовый основной тон и наносим на все веко. Для затемнения внешнего уголка мы будем набирать последний оттенок темно-коричневого цвета. Мы будем подчеркивать также и нижнее веко, и внешний уголочек. И для придания свежести макияжа и подчеркивания голубого оттенка глаз мы добавим такого насыщенного кораллового оттенка на среднюю часть подвижного века. И завершающим штрихом мы подчеркнем реснички. В ассортименте марки Доктор Хаушка есть два вида туши, разделяющие и объемные. И суммарно всего 4 оттенка. Черный, коричневый и в разделяющие синий, и в объемные есть слива, плам. И я думаю, для Кати, для подчеркивания опять же глаз, оттенка, мы возьмем именно сливу, объемную тушь. Она очень смотрится деликатно на ресничках, она не является таким насыщенным агрессивным оттенком. А на глазках будет создаваться приглушенный мягкий макияж, и при проходящем свете, при отливах будет видно мерцание, и что она переливается вся фиолетовый сливовый оттенок, очень благородный. В серединку на подвижное веко мы добавили монотень янтарь, и тем самым мы углубили макияж, сделали его более фактурным и с интересными плавными переходами. А для коррекции формы бровей мы будем использовать два косметических средства. Это гель для бровей и ресниц и матовую палетку для глаз и бровей. То есть она может использоваться как для создания смоки, вечернего макияжа, так и для коррекции формы бровей. И первым этапом для формирования брови мы будем использовать гель. Мы расчешем обе брови вверх и будем прорисовывать нижнюю границу. Корректировку формы лица Кати мы сделали при помощи бронзирующей пудры. И сейчас, да, вот он оттенок, он одного пигмента, одного оттенка. И сейчас мы придадим румянца свежести лицу при помощи двойных румян оттенка 01, мягкий абрикос. Завершающим штрихом для придания стойкости макияжа, матовости, мы будем использовать большую кисть марки Доктор Хаушка и рассыпчатую пудру. Она прозрачная, одного оттенка, поэтому подойдет для любого типа кожи. Сейчас мы придали Катиным губам форму при помощи карандашика для губ. Обратите внимание, что с обратной стороны у него есть дополнительная кисточка для растушевки, чтобы у нас не было четкого контура. И сейчас будем покрывать губы увлажняющей помадой. Здесь максимальное содержание витамина Е за счет присутствия экстракта авраамового дерева, который не будет давать полного плотного покрытия, будет давать приятное сияние и ухоженность, увлажненность губам.
И завершающим штрихом мы будем наносить блеск для губ для создания большего объема губ, мерцания, поскольку здесь крупные частички такого глиттера, шиммеринга. Марина, спасибо большое за этот макияж. Хочется сказать, что вся косметика, декоративная косметика от марки Dr. Haushka безумно комфортная при нанесении. Вот сейчас на мне достаточно большое количество слоев, все они очень-очень комфортные. И лично я в восторге от совершенно потрясающих органических отдушек марки Dr. Haushka. В декоративной косметике они ровно такие же, как и в уходовой. Спасибо, Марина, большое за этот подарок, за этот прекрасный макияж. Очень рада, что вы нас навестили. Приезжайте к нам еще. В преддверии 8 марта я, как бьюти-блогер, совместно с российским представительством марки органической косметики Dr. Haushka, мы решили провести для вас конкурс. В рамках этого конкурса мы разыгрываем вот такие вот три потрясающих набора от марки Dr. Haushka. Наборы называются «Лучезарное сияние». И каждый из трех наборов, разыгрываемых нами, будет состоять из вот такой вот очень классной гигиенической помады для губ, это мой абсолютный must-have, и из вот такой вот мини-туши для ресниц черного цвета Volume Mascara. Это объемная тушь для ресниц. Итак, для того, чтобы стать одним из трех обладателей вот этих вот потрясающих наборов от марки Dr. Haushka, вам нужно, первое, подписаться на мой YouTube-канал, второе, подписаться на YouTube-канал марки Dr. Haushka Россия. Третье, подписаться на мой Instagram-аккаунт и подписаться на официальный Instagram-аккаунт марки Dr. Haushka Россия. И четвертое, оставить комментарии внизу под данным видео о том, что вы совершили, соответственно, все подписки, все условия выполнены и вы участвуете в данном конкурсе. Победителя мы выберем случайным, рандомным способом, сообщим о нем под данным видео, и, соответственно, трое из вас смогут получить вот эти вот чудесные наборы. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, на наш Instagram-аккаунт, и удачи вам всем с наступающим 8 марта! Итак, спасибо большое, что оставались со мной. Я очень надеюсь, что данное видео будет для вас полезным. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, подписывайтесь на мой YouTube-канал и до скорых встреч. Пока-пока-пока.